Я не записал первую кровь, твою мать. Вы чё, мне не напомнились? Короче, телезрители, крыс из нашего леса вот так бежал, его преследовала вот креветка, и потом я на морду добил. Перезайди, слушай, ну покажи, что ты еще в игре, тебя не выкинул. Мак, ты сможешь с геноморфом? Можешь сделать с демонологом? Не знаю. Смотри, Син себя сейчас убьет. Да я его убил, почти. Почти не считается. У него 200 хп, он добивал быстро взлом. Не знаю, как где это будет стоять. Подумал, что выстрелит. Я паки быстрее просто буду забирать, это плюс. Блин, меня демонолог давит конкретно. Все, я тут. Отлично. Ну, заходи, чисти лес. Ты объясни ему получше, как играть, он же не знает. Короче, берешь и выучишь первый талант. На какую кнопку учить талант-то? Покажи ему, он же не знает. Там будет такой индикатор синенький. Ты забыл еще привет маме передать? Как ты мог? Ну да, с Еной будет походу не весело стоять. Неужели? Мне лучше хилку кто-то. Скорее, только пока дай мне клинился и все. Дуля, идешь? Давай, я к тебе допишу. Ну давай. Так о чем мы так в наглую пойдем прям? У меня нет таких подушек на базу. Вот мощь. Геноморф идет. Бери. Геноморф идет. Давайте можно встретить. Так, все, я пошел. Давай, бери. Думаешь, мы его сольем? Ну, подергаем, по крайней мере. Давайте уже в кота начинать бить, наверное. Взрыв. Бей. Бью. У меня урон уменьшен. А я смож. Давай, мочи его. И на морг идет. Хорошо. Есть. Давай это попробуем. Эх, промазал, бля. Сейчас бы его подбросил. Отходим. Без меня справитесь? Не знаю. Надо забирать быстрее голд, пока не сперли. Эх, сдох. А нет, он убил еще что ли меча? Да, убил. В последнюю секунду. Ништяк. Не зря умер. Согласен. Да зафига мне хилка, кто это? Смотрите. Даки хилку кинул, ахаха. А, не могу. Мне звезды кинул. А, ну иди забирай, давай, я... Покайся. Достанчик. Подожди, меня гамут, меня сейчас убьют. Чувак, плохо. А, не убили, смотри, сейчас Сим сдохнет. Сим сдохнет. Вау, я успел одну секунду увидеть, как его башня добивает.
Блин, демонолог крипов хорошо забирает. Несомненно. Демон жесткий лайнер, и псих, в принципе, тоже. Есть ульта, могу его вытолкнуть еще. Чё. Вау, нифига себе. Кажется, он на меня зол. Блин, знаете, дамаж там прилично вообще-то. Мне даже неприятно. Ты ушел? Чё, кто? Единоморф отрывём бан или не убью? Демонолога хотите ганкнуть со мной? Ну тогда... Ты чё, Доль, ты пошёл? Давай. Нам убежит. Зато без печеньки. Да и чё это нам дало, что он без печеньки, она сейчас обратно вернется. Кена раскачивается, вот что хорошо. О, ТП-шимся к нему. Атя-тя-тя. Вовремя мы. Лес чистый. Он думает, я сильно хилю. Вот это ошибка. То, что я им написал об этом? Да ну и похеру. Пусть знает. Слушай, у тебя меч без ульты, да? Не, все нормально, они не убьют меня все равно. А чё, Дуль, ты хочешь гангнуть, да? Давай меча убьем. Так, идут наверх. Ну чё, убиваем? А все, убили уже. Даже хилять не понадобилось. Сейчас ульту возьму, будет валять. Байон. Байон, да, Байон. А нет, блин, у меня дома. Так, слушайте, я это... Наверное, не пойду, я-то далеко. Потом возвращаться. Я вам не нужен же? Или нужен? Не знаю. Пешком переться-то. Давайте я, короче, куплю в этом магазине и в ихнем. Блин, я за пару стрел. Я тупо бегу, мне тупо разбирают. Постепенно, постепенно убивают. Я ничего не могу сделать. Сходи. Плохо. Кто я? Давайте, давайте ТП на кота сделаем, люди. Давайте сейчас на кота все. Я ТП-шу на кота все. Все, я уже иду на кота, я начинаю его бить. Несомненно. Я не против, если мне помогут. Сейчас я иду. Уже возле тебя. О. Да я вижу на карте вообще-то.
Смотри, сейчас застанет. Эй, балда. Ну, когда на тебя падает цепочек, ты застаниваешься. Ты что, не знал? Айда, раз мы собрались, может, гагнем кого? Ну, не обращал на это как-то. Так, я это, я попробую глянуть голду, может, сворую по-быстрому сейчас. Ищу Брайан. Она, кстати, только недавно разнулась, потому что меня что-то забрали. Но они проверяют просто кота. В наглую прям приходим, голду забираем. Ништяк. Мне ТП откатил, чтоб назад вернулся как раз. А я низ ТП ошибся. Чё? А, ты на низ? Хорошо, тогда я мид. Можно нормально обмануть сейчас, почти 100%. Так, меня сейчас это... А, нет, Син не пошел что-то. Я думал, Син примет. А где они все делись? Я от меча без единого... Он меня без единого удара тут был фуха появился, я спустил. Ну, молодец ты просто. СС, кстати. Крыс, смотрите где. Сбил вард. Вард оставил. ТП-шимся спасать на нету Гена. Да-да-да, так. Мне заблокировали навыки, я не смог его отхилять. Прикиньте, да? А мне блокнули хилялку, я бы мог спасти Гена. Был бы вообще зашибись. Так, ну чё, я на мид, наверное. А, нет, туда кто-то ТП-шится. А, смотри, зип. Я их не успел. Я наверху, наверное, останусь качаться. Повинуюсь. Сейчас вард перебью и побегу. Демон. Чё? Всем привет, канонизм. Кто не на ну... А, у Свайки не на ну. Ведёт меня. Не беги. Блять. Ну вот он начал, когда у меня всё в откате. Но он, конечно, не знал об этом, но все равно. Не повезло маленько. Ой, креветка. ТП нет. Не спасло ничем. СС. Син. А вот демонолог пришел. А меча не роняли, он судьба никто не знает. Никто не знает. Меч судьбой или нет? Я нет, не знаю. Без я на голду пошел.
забрал галду. СС люди. У нас СС нет. Наверное, на коте все? На коте наш. Ой, вот меч. Меч под стремлом. Отступите, под стремлом он силен. Маг, ну а ты не хочешь демонолога вместе с троем забрать? Нет? Все. Пошли, маг, чё ты? Он не успеет так уйти. Айда. Ну ладно, без тебя тогда справимся. Иди нафиг. Несомненно. Вот он сейчас бежать будет. Хиляй, хиляй, подойди. Чуть-чуть тебя не убил он ультой. О, у меня, оказывается, птица есть. Эй, не заметил. Ну что, я вниз, наверное, пошел. Да, давай, я пойду. Так, они тут на миду сейчас. Ну, прости, я не знал, что будет за местными. У меня теперь ТП нет. Вы там сможете прожить как-то? Ну, они разобрали вас. Крыса разобрал Гена. Разделил ты их клёво. Хорошо. Так, меч, походу, наверное, уже без ульты, да? Нет, с ультой. Вы там без меня живете, нормально? Да. Ну, тогда я не отвлекаюсь. Почему? Может, башню снесу. Покойся. Райн ведет меня. Нам бы завардить еще драка и глиф. Убью. Ищу правильно. Оба меч. Я меча под башней забираю, смотрите. Сейчас заберу. А давай башню принесем. Давай. Ты под силу, ты... Я выпил бутылку, выпил... у меня этот... У меня, короче, свиток, бутылка, и я сам щелялся под башней, и даже нисколько не надамажил. Клево, не правда ли? Так, голда твоя там простаивает. А, маг забирает уже. Ну давай дальше тогда. Тогда похрен. Гена, смотри, что хочет. Невидимый ходит. Писец, мы все снесли уже. Айда зайдем на мид сзади. Давай, давай. Я левую пронесем двойную. Ну, пошли. Да ты чё, они придут, двойные тоже. Ну хай идут. Вот ты и спалился. Ну чё, пошли обратно отсюда? Да, чужой лес. Ну конечно, воровать чужой лес, это же так клёво. Ага, его нет. Айда демонолога заберем. Сейчас прям выйду прям под башню. Давай, прям, да. Дем, маг, мы нападаем на демонолога прям под башней. Куда? Он сам самого убьет, нахуй. Ништяк. Маг, подойди, я тебя похиляю. А, все, сдались. Да. Если не считать, что дак у меня офигенно был просевший,
и теперь видео увидят, что я им проигрывал, то нормальный бой записался. Да ну, это какой-то баян, блин. Сегодня еще ни одного толкового таланта вообще нет. Ни фиолки, ни рыжих, как прикинь. За победу тут подают одну стоит. Ну и что, зато опыт двойной.